Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это беговая дорожка от бренда Bradex. Израильский бренд дарит нам сегодня здоровье прежде всего. Ну а телеканал Шопеншоу дарит вам подарок. При заказе нашего главного товара дня за 12 999 рублей в подарок вы получаете пульс-оксиметр абсолютно бесплатно. Ну а по карте Prime дополнительное снижение цены на израильскую дорожку. Александра Кленова, эксперт рубрики «Здоровье» на телеканале Шопеншоу, расскажет, кому необходима такая дорожка. Здравствуй, Ариша. Доброе утро, уважаемые зрители. И рада вам представить дорожку от израильского бренда Bradex из страны самой передовой в мире медицины. Мы все знаем, что звезды, политики и просто обеспеченные люди летают и худеть, и лечиться именно в Израиль. Вернее, летали до пандемии. Итак, что нам дает беговая дорожка от бренда Bradex? Это похудение, это быстрый сброс килограммов, потому что это кардиотренировка. Когда мы быстро идем, жировая ткань усиленно уходит. А еще, почему говорят кардиотренировка? Потому что это зарядка для сердечной мышцы. И когда мы 10-15 минут в день так тренируемся, наша сердечная мышца становится тренированной. Это профилактика таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт, микроинфаркт, кардиомиопатия, ишемическая болезнь сердца, инсульт, аритмия, тахикардия, то есть профилактика огромного количества нарушений работы сердца и сосудов. Также, когда мы худеем, мы занимаемся профилактикой болезней суставов, ведь лишние килограммы на них больше не давят. То есть, если мы с вами будем регулярно двигаться, нам не страшны ни артриты, ни подагра, ни остеохондроз, ни остеопороз, потому что кости тоже будут наращивать свою плотность. И посмотрите, сколько же у нас причин начать бегать. Это выносливость, это хорошая работоспособность, это стабильное давление. То, о чем я говорила, мы укрепляем тонус сосудов, поэтому и давление стабилизируется. Это крепкий иммунитет, потому что мы, когда дышим, мы выводим токсины. И обратите внимание, что это очень простая в управлении дорожка. Приводится в работу за одну минуту, просто нажатие на кнопку, и складывается, поэтому ее можно хранить даже в небольшой квартире. Когда мы замедляемся, дорожка и сама замедляется. То есть не надо мучиться с пультом, с какими-то сложными настройками. Это умная технология, это израильский бренд. И это дорожка, которая изначально была в больницах и в санаториях для реабилитации, для восстановления здоровья. И это главный товар только сегодняшнего дня. 12 999 рублей. Цена была снижена дополнительно. Аж 45% сегодня экономия. Звоните. Звонки бесплатные. Это инвестиция в ваше будущее, в здоровье вашей семьи. И только сегодня в подарок вы получаете пульсоксиметр. Вы знаете, сейчас разговаривали о том, что я в предыдущем эфире говорила, что пульсоксиметр стоит 1000 рублей. А нет, он стоит уже 2800 рублей. Цены поднимаются каждую минуту. В аптеках пустые полки, друзья. А мы с вами сегодня подарки получаем. И главное, здоровье для всей семьи и всего организма. По карте Prime, посмотрите, дополнительная скидка будет для тех уже, кто вступил в наш клуб привилегий. Но вы карту Prime можете приобрести прямо сейчас по бесплатному номеру телефона. А вот он, официальный сайт бренда Bradex. Цена сегодня там 18 999 рублей. Наличие мало, ну, собственно, у нас их тоже мало, но цена у нас в разы доступнее, 12 999 рублей. Моя знакомая ходила с мужем к кардиологу, и кардиолог сказал, обязательно тренировать мышцу сердца. Вот расскажи, пожалуйста, для чего и как это делать? Ну, расскажу, во-первых, для чего. Наше сердце, как любая мышца, нуждается в тренировке, чтобы мышечные волокна синтезировались, чтобы сердце хорошо работало и равномерно сокращалось. Если оно начинает биться не в такт, теряет тонус, отсюда и такие заболевания, как аритмия, тахикардия, стенокардия и куда более грозные осложнения в виде ишемической болезни сердца, кардиомиопатии и инфарктов. Также, когда мы мало двигаемся, падает тонус сосудов. Они становятся вялыми, слабыми. Отсюда и гипертония, отсюда инсульты и другие страшные последствия. Всего 10-15 минут в день на беговой дорожке. Это зарядка, укрепляющая вашу сердечную мышцу, улучшающая тонус ваших сосудов. Это профилактика кардиомиопатии, инсультов, инфарктов, ишемической болезни сердца и даже приступов гипертонии, ведь когда сосуды прочные, им никакие перепады давления не страшны. Слушай, ну а если не заниматься спортом вообще, что будет?
Ну, во-первых, начнет расти вес. Во-вторых, начнет резко ухудшаться работа сердца и работа ваших сосудов. Ухудшается память, вы теряете силы. Вы чувствуете, как ваш организм начинает хуже работать, потому что токсины скапливаются. Когда мы занимаемся спортом, мы выгоняем токсины из организма через пот. Иммунная система укрепляется. А когда мы мало двигаемся, мы вредим не только сердечно-сосудистой системе, но и иммунной. Слушай, как это здорово, действительно, что сердце будет здоровое. Слушай, а если суставы болят, вот колени, можно ли заниматься такой нагрузкой? Конечно, вот у тебя на экране живой ответ. Руслан профессиональный спортсмен. Колени у него были травмированы не раз, ну, профессиональные нагрузки, понятно. Так. И он для восстановления как раз использовал такой тренажер, потому что нагрузки щадящие. Тренажер расположен к полу под углом. Это инновация от бренда Bradex. Не зря разрабатывали этот тренажер вместе с физиологами. И за счет вот этого вот угла вы видите, что, видите, вот он угол, и Руслан делает коленями плавные движения, немножко похожие на движение пловца. То есть зарядка есть, но нет лишней нагрузки. Коленные суставы не истираются, и колени будут вам служить верой и правдой. Поэтому спокойно восстанавливайте свои колени, и даже если они у вас болят, ничего не бойтесь. И если цены в магазинах поднимаются просто на глазах, и это не преувеличение, то мы сегодня предлагаем нашим телезрителям лучшую цену. Кстати, на тренажер, который с вами навсегда. Это не таблетки, которые закончатся, и нужно опять бежать в аптеку тратить деньги. Это замена таблеткам, это альтернатива. Это, знаете, вот такая стопроцентная гарантия, что вы не будете болеть это в будущем. Да, это так и называется, профилактика. 12 999 рублей, звоните, заказывайте. В подарок сегодня идет пульсоксиметр и дополнительная скидка по карте Prime. И знаешь, вот лишний вес, многие говорят, что я люблю себя такой, какая я есть. Угу. Но я уверена, что и внутренние органы у нас не в восторге, скажем так, от лишнего веса. Не в восторге, абсолютно не в восторге, потому что каждый лишний килограмм отнимает у нас около года жизни. Это нагрузка на сердце, нагрузка на сосуды, нагрузка на суставы. Ну, представьте, вы с собой мешочки вот эти с лишним весом постоянно носите, как будто рюкзак на вас такой все время висит. Когда мы ходим по беговой дорожке, мы без вреда для здоровья сбрасываем лишние килограммы, укрепляем сердце и сжигаем внутренний жир. Видите, висцеральный жир. Уже началось жировое перерождение печени. Уже висцеральный жир отложился в брюшную полость, в брюшной полости нарушает обмен веществ и создает предпосылки для развития диабета. Чтобы этого не было, важно худеть. Друзья, 12 999 рублей. Главный товар дня. Самая выгодная покупка. Звоните.